Приехали к мосту Калуги реки. Считается одним из самых красивых в Греции и на всем Балканском полуострове. По форме и пластике он напоминает гусеницу. Вот такая красота. Сейчас надо к нему будет спуститься с трассы. 1865 года. Калуги реку. Спуск к мосту, и вот мне наверху очень нравится эта деревушка. Какая красота, да? Видите на эту древность, какие дорожки, да? Все поросло мхом, и даже нету бортиков. Там заснеженная гора впереди, с облаками сливается. И выход в лес, в горы туда. Холодно, здесь такой ветер. Капитан Аркузас, капитан Медведь. И в честь него тут назван мост. Вот такой. Сейчас посмотрим на этот мостик небольшой. Сюда плохо видно. Что удивительно, ко всем мостикам такие вот каменные дорожки. Такой маленький мостик. Таким, конечно, камням идти тяжело без бортика. Вот и все. Thank you.